птичек я не дождалась, синичек, которые висели на этой. Но дятла я не ожидала вообще. Что это этой осенью происходит? Дятел в чистом виде. Между прочим, на дереве, которое долгое время комната была моим домом. Сейчас я вообще новое ищу. И в той комнате я не нахожусь, меня оттуда попросили. А напротив прямо моего окна дятел. Прикольно. И синички висели на веточках. Вон одна сидит сейчас. Висели на веточках, подлетели сюда к окну. О, он уже там что-то даже делает. Подлетели к окну. И о, там сейчас синица и дятел одновременно. И повисли на... Спрятались. Они одновременно были на ветке. Один снизу, другой сверху. Повисли на решетки москитные, антимоскитные. Я не думала, что они могут, но они же маленькие когтики. Улетел дятел, вон. И они как бусы повисли. Вот они везде летают, но тут они все подлетели к одной веточке, вот здесь у окна. А я разговаривала в этот момент и не могла переключить, включить камеру. И вот эти лапки на сетке антимоскитные. Четыре птички сидела как бусы. Я такого никогда не видела, чтобы они прям на сетке сидели. На подоконнике у меня голуби сидели. Это частое явление. Но так, чтобы на сетке сидели. И их очень много. Я давно синичек не видела. Похолодало, и вот они пришли кормиться, судя по всему, во двор. У меня там, где коты, там синички. Там я насчитала позапрошлой зимой. Даже в энциклопедию орнитологии лазила, смотрела какие-то желтые воробьи гигантские, забыла, как называются эти птицы. Это все более северные широты или, наоборот, более южные птицы. А была теплая зима, и они все зимовали, не улетая. И мы этих птиц вот просто не знаем, или они долетели до нашей широты и остановились. Я насчитала для себя неизвестных, я не так много птиц знаю, если честно. Только тех, которые перед глазами. Вот в прошлом году очень мало воробьев было везде. Не я заметила, но потом начала отслеживать, действительно. Синичек всегда много. У нас на яблонях они летом живут. Но вот так, чтобы увидеть их лапки в окне, это я впервые такое ощутила. Прикольное ощущение. И их очень много, их тут стайка. Ну так, сразу, сходу, штук 8 посчиталось. И дятел. Прикольно.